Свою мобилу. Третий раз за месяц я не специально. Мама скажет: сына, хватит быть таким дебилом. А я отвечу ей: мама, все нормально. Снова в пьяной драке голову пробили. Третий раз за месяц это не случайно. Мама скажет: хорошо, что не убили. А я отвечу ей: мама, все нормально. Мама, все нормально. Мама, все нормально. Мама, все нормально. Да, я сам по себе немного хулиган. Дома не сидел, книги не читал. С пацанами я на улице в футбол играл. А потом бухал, а потом рыгал. Муточки мутили, шуточки шутили. Вечерами отвисали у меня в квартире. Девчонки приходили, красотой пленили. А ночами мы друг друга горячо любили. Значит, все нормально, значит, все нормально, значит, все нормально. Как обычно, я потратил всю зарплату. Жить на минимум – это нереально. Мама будет злиться и ругаться матом. А я отвечу ей: мама, все нормально. Как всегда, возьму на вечер банку пива. Сбить сушняк после того, что нелегально. Мама скажет: сына, это некрасиво. А я отвечу ей: мама, все нормально. Мама, все нормально. Мама, все нормально. Мама, все нормально. Да, я сам по себе немного хулиган. Дома не сидел, книги не читал. С пацанами я на улице в футбол играл. А потом бухал, потом рыгал. Муточки мутили, шуточки шутили. Вечерами отвисали у меня в квартире. Девчонки приходили, красотой пленили. А ночами мы друг друга горячо любили. Так что все нормально. Так что все нормально. Так что все нормально. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.